В Мытищинском территориальном управлении МОСОБЛЕИРЦ состоялся прием жителей по вопросам начисления коммунальных платежей. Всегда в отопительный период мы видим, что имеется, так скажем, всплеск обращений, потому что где-то в некоторых случаях мы, соответственно, может быть, проводим недостаточную работу по оповещению, да, по жителям, по каким-то информационным поводам. Соответственно, мы, проводя такие мероприятия, как бы усиливаем именно инфоповод в части и платежной дисциплины, и начисления. Встреча прошла при участии представителей администрации округа, МОСОБЛЕИРЦ, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и госжилинспекции. Все статьи, включенные в платежное поручение, были разъяснены в полном объеме. При этом специалисты расчетного центра подчеркнули, что в случае возникновения ошибок необходимо обращаться с заявлением для перерасчета.